Остались считанные дни. Инспекция Министерства по налогам и сборам по Лидскому району напоминает, что собственники земельных участков, автомобилей и объектов недвижимости обязаны уплатить имущественные налоги за 2023 год. Сюда входит транспортный земельный налог, налог на недвижимость. Последний срок – 15 ноября. Оплатить можно в отделениях банков, на почте, через инфокиоски или интернет-версии банковских приложений.